Лоукостер EasyJet во Франции забастовал только в пятницу. Из-за стачки бортперсонала британской малобюджетной авиакомпании было отменено порядка 40 рейсов внутри страны. Самолеты в Милан, Барселону и Лондон из французских аэропортов задержались на 7 часов. Пассажиры, планировавшие путешествовать в Рождество, получили неприятный подарок. Ни с того ни с сего пришел e-mail с сообщением: «Ваш рейс отменен по вопросу возвращения денег за билет, свяжитесь с нами». А когда звонишь по указанному номеру, выясняется, что он платный. Профсоюзы добиваются от администрации улучшения условий труда и повышения доли участия сотрудников в прибылях EasyJet. Некоторые права, которые положены работникам во Франции, право на профессиональное обучение, на льготную аренду жилья, на участие в прибылях компании здесь не соблюдаются, несмотря на то, что договор о прибылях существует, насколько я знаю, с 2009 года. Двухдневная рождественская забастовка бортпроводников не принесла желаемых результатов, так что они собираются повторить ее на следующие праздники – 31 декабря и 1 января.